Хотите кушать? Это не хочет. Это тем более не хочет. Давай. Вот. А та смотрит. Ну ты уже поел, а сейчас это будешь кушать. Кушай. Приятного аппетита. Кушай. Старая уже. Зубов нету. И хлеб мягкий, а ты все равно тяжело кушать. По чуть-чуть, по чуть-чуть кушать, по чуть-чуть. И там что-то. Там еще одна сидит. Смотри. Вот это вот коричневая, это баронесса. Самая главная собака. И вот она хочет это брать. Хочет это брать. Давай, давай, иди. 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 Вон хлеб. А? Берешь? Давай. Красавица. Давай, давай, давай. О, сейчас найдет хлеб. Сейчас найдет хлеб. Сейчас. Давай, давай. Есть хлеб. Вот он. Ближе, ближе, ближе. О, раз. И два. Это баронесса. Самая старая собака, самая главная, самая злая и самая хитрая. Ну, я ее Валентина называю. Ну вот, еще кусочек хлеба сейчас. Ну, давай, вон там еще кусочки есть. Около окурка. Вот так. Все. Съела. Голодная. Ой, какие сиськи. У меня еще дети есть. Все. Красавица. Красавица. Вот. А вот это ее дочка или сын. Ну, если дочка, будет пальма. Видите, какая красавица. Пальма. Но она близко не допускает. Пальмочка. Все, все.
Вот так, красавица. Вот это Сонечка, а это Злата, ее дочка. Это Сонечка, а это Злата. Злата, давай. Она спит. А ну давай с нами. Она спит смиренно. Злата, давай. Она поет? Поет. Ну надо высоко. Она высоко хочет. Ага. Вот еще одна медитация. А, да, посмотри там. А ну, текст медитирует. Сфотографируй тех, как они медитируют с нами. Мартин. Мартин. Мартинушка. Мартин. Мартин. Мне иногда кажется, что он не слышит. Мартин. Сам он медитирует. Спит. Давай нас. Вот теперь его, как он тебе делает массаж. Он хочет залезть, он не может. Вот, смотри, как она сидит, смотри. Я снимаю. Что скажи, нормальная собака, это собака? Надо поставить так Багиру, сейчас сравним. Багиру? Да, так давай посмотрим. Давай посмотрим. Смотри, вот смотри, я не держу, смотри. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, 25 сентября 2022 года. Мы находимся в лесу Кушлёвка. А вот это Златочка, красавица. У нее папа терьер. Кого она видит? Майя. Она кого-то видит. Она людей видит. Кушать хочет. Они когда облизываются, значит, они хотят кушать. Был ветер, очень много веток поломалось. Вот кому надо ветки, пришли бы, собрали. Вообще-то хорошо около леса жить. Свежий воздух. Вот это у нас похоже на дуб. Но это не дуб, это граб.
Видите, какие трещины на его коре. Но он старый, ему, наверное, уже 200 лет. Смотрите, какие корни. А вот это вот листья прошлогодние. И с них перегной, и потом на них растут грибы. Ну, мы сегодня посмотрим, если есть грибы. Да, Злата? Посмотрим, если есть грибы. А ну, смотри на меня. Во, молодец. Передай привет всем родственникам. А ну, смотри на меня. Передай привет. Всем хорошей еды. Видите, какой сильный ветер был. Даже мелкие ветки поломал. Вот это вот ветка ясеня. А где у нас здесь ясень? Здесь нигде ясень нет. Видно, ветер нес. А, вот ясень. Вот, смотрите, вот это вот дерево. Вот это, оно ясень. И вот. Какое оно высокое. Солнце светит. Сегодня тепло. 5 утром. Было 5 градусов тепла утром. А вот, смотрите, корни. Корни, как видны. Размыло дорогу, и корни наружу вышли. Это молодой граб. Ой, у него такие нежные лапы. Вот. Вот кто-то проволоку завязал. Ну зачем эту проволоку тут вязать? Но мы ее развяжем, потому что это больно для дерева. Видите, вот я его развязываю. Надо куда-то эту проволоку, место такое, чтобы никто не запутался в ней. Ну, положу вот под этим деревом. Там вдалеке, вот сейчас я вам покажу паразитическое дерево, которое растет на других деревьях. Вот оно, видите, оно как мозоль. Вот оно растет. Но оно вредное, это дерево. Это чужая информация, чужой генотип растет на дереве. Вот. А вот маленькая поганка. Так она выглядит. Ну, а тут лучше видно это паразитическое дерево. Видите, какие наросты. Но они мелкие и много. Там, короче, у каждого дерева есть свой иммунитет. Там сработало, и там только в одном месте на том дереве. А тут вот это по всем веткам, сверху донизу. А вот видите, кора дерева покрыта какой разрастанием лишайников. И вот мелкие-мелкие лишайники тут есть. Мелкие, а вот это уже крупные. А вот тут вы видите ямку. Ну вот я так вот пройдусь, смотрите, видите. Вот здесь вот, может быть, когда была война, что-то было. А может быть, люди приходили, брали здесь, просто брали здесь чернозем. Вот обратите внимание, внизу как будто как пальцы у дерева. На самом деле это корни, которые идут под низ. И говорят, какое дерево высокое вверх. Вот смотрите, видите? Вот представь себе, сколько метров здесь. 15-20 метров. И 15-20 метров корни идут вниз, под землю. Вот. А вот это похоже на клен, но это не клен, это какой-то кустарник тоже интересный. Вот. А вот старый пень. В нем, смотрите, сколько дырок, разные насекомые, червяки живут. И вот съедают этот пень, и потом ничего не останется, только одна шелуха. И останется только пыль. И как говорит, так и человек живет, потом возвратится долг Бога, который дал его тело в землю. Да, Злата? Злата, смотри, какая умная. А тут вот около этого интересный гриб. Сейчас я вам покажу. Будем грибки собирать. Посмотрите. Вот эти грибы хорошие. Очень хороший. Смотри, какой гриб классный. Злата, дай я буду снимать дальше. Не мешай. Смотри, какой гриб классный. Сейчас мы его соберем.